Добрый день, дорогие друзья, с вами снова канал Поделки-самоделки. Если у вас завалялась пара контейнеров от киндер-сюрприза, не торопитесь их выбрасывать. Из них можно сделать очень приличную, замечательную игрушку для детей. Вот такой очаровательный чайничек и две прекрасные чашечки. Давайте продлим жизнь нашему киндер-сюрпризу. Итак, нам для этой поделки понадобится пара яиц и одна красная трубочка от коктейля. Самая-самая узкая. И вот мы отрезаем примерно 5 сантиметров. Это у нас в будущем будет носик чайника. И теперь выжигателем делаем отверстие для этой трубочки. Но если такого выжигателя нет, можно воспользоваться даже нагретым гвоздиком. Только будьте аккуратны, чтобы не обжечься. Лишнее обрезаем. Ну и теперь попробуем. Все, как говорится, все входит и выходит. И еще одну маленькую-маленькую дырочку, маленькое отверстие мы делаем на самом верху, для того, чтобы циркулировал воздух. Вот теперь мы вставляем трубочку в отверстие, немножко пальцем прижимаем, чтобы трубочка смотрела вверх. Учтите, что ваш клей должен быть не очень горячим. Только-только растопите его немножко, иначе трубочка может покоробиться. Вот я нанесла клей, немножко повращала, чтобы везде достал клей все отверстие. Все, теперь уже наша трубочка приклеена, и лишнее мы убираем. Так, закроем крышку, и теперь нужно обрезать красиво носик. Вот сами решите, под каким углом у вас будет носик. Убираем лишнее. Нам такой острый нос не нужен, и мы немножко обрезаем. Теперь гофрированную часть мы раздвигаем, и вот под углом примерно 45 градусов с одной и с другой стороны мы отрезаем эту гофрированную часть. Это, как вы уже догадались, будет наша ручка для чайника. Просто капелька клея. Нанесли одну сторону, приклеили. Ну, теперь немножко нужно согнуть и еще одну капельку нанести, чтобы нижняя часть ручки тоже у нас приклеилась. Подождите, пока клей застынет. Теперь отрежем примерно 8 миллиметров от трубочки и сделаем такую ручку для чайничка. Вот такой чайник у нас получился. Очень маленький, аккуратненький, симпатичненький. Теперь примемся за чашки. Берем второе яйцо. И ножницами я вот отрезала вверх, и там все неровности были, я их тоже удалила, обрезала ножницами. То же самое я сделала с нижней частью этого же яйца, и у меня получилось две замечательные чашки. Это я сейчас нарезаю части трубочек для ручки. Вот снова мы капаем клеем, приклеиваем ручку. Точно так же мы поступаем со второй чашкой. Если у вас яйца другого цвета, то вы подберите соответственно и цвет трубочек. Ну, теперь, чтобы весь этот набор выглядел более симпатичным и более веселым, я решила покрыть его краской. Можно акриловой краской, но вообще, если дети будут играть с водой, то лучше, конечно, лаком для ногтей, а еще лучше вообще оставить без всякой покраски, потому что рано или поздно эта покраска слетит. Так, тоже мы украшаем также чашечки обе. Вот что у нас получилось. Вот такой наборчик. Теперь набираем чай или кофе, наливаем. Отлично, даже пить можно. Давайте, как официанты, возьмем салфеточку.
очень прилично накроем все это на стол, и будет очень симпатично. Ну вот, целый вечер у ваших ребятишек занят, а вы хотели выбросить ваши киндер-сюрпризы. Итак, приходите еще за новыми идеями, и если понравилось, поставьте лайк. А может быть, у вас есть другие идеи, что сделать из киндер-сюрпризов. Я могу их воплотить и добавить что-нибудь от себя. Всего доброго, пока-пока!